А как я его сюда засунул, да? Ладно. Экстрактор и мессератор мне нужен. Мацератор. Но нам по... Так, этот мы закончили. Надо же, я хоть что-то закончил. Бост-стейдж. Компрессит. Ресайклер. Рекуклер. Извиняюсь. Рекуклер это не ресайклер. Так, Эван, а где электрофуранция, мацератор, миссератор, Эван топик, компрессит, блум, так, рекуклер, не то. Так, мне надо блок для начала. Блок у нас 5 рефайнда. Айрон, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще три. Давай жарь, мне надо блок. А, подождите, а как он там делается? Рекуклер. Не, мицератор. Мацератор. 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 Это кобалстон электрическая схема. Схема есть? Нет. А если найду? Так, ну схему я могу же сейчас сделать? Ну, по идее, да. Так, блок питания. Ну, вот этот блок. Потом два редстоуна. Один вот этот refined iron. Два и провода. Микросхема есть. Два кобалстона. Два. И там надо было еще кремний. Так, кремний мы можем как получить? А, в смысле, я его никак получить не могу? Или это бросать, это перемесим в экстракторе? Ага. Экстрактор, андезит, гравий. Так, онион. Зачем мне онион нужен был? Что-то там с него надо было делать. Не помню. Квесты, селект. Вот этот. По-моему, тут онион надо было. Не? Нет. Так, Spawn of Life. Тут я так и не продвинулся. Депрессор. Это мы пока не трогаем. Нам вот этот больше интересен. Хорошо, так, тут вот мы имеем. Так, и вот это лазер. Нам надо обязательно сделать вот это. И значится, нам надо ящик и нитки. И вот эта вот штука сразу же превратить. Ай, блин, да ладно. Так, два, три. Вроде бы так делается. Нет. Четыре нитки. Нет, именно надо ящик. Ой, какие, ой, все. Ящик. На тебе ящик, на тебе ванильный ящик. На тебе кожу. Вот. И мы тебя можем как-то усилить, там что-то с тобой сделать. Покрасить могем. А, вот, железом обложить. Железный. Железом или матом обложить. Это одинаково. Так, железом обложить. Золота у меня нету, поэтому дальше мы не продвинемся. А, дальше золото. Золота ж у меня нету, да? Нету. И его, по-моему, куда-то одеть можем. Iron Backpack. Его вроде бы на спину одеть можем, да? Вот вместо этого. А что это делает? Редуция 30%. Сюда можно положить? О, можно. Хорошо. И он открывается там по какой-то кнопке. Хорошо. У нас есть железо. Так,
Унион, я не помню, для чего он нужен. Ну, пускай, а можешь его посадить просто на все так, юзать. Из него семена могу сделать. Нет. Ну, ладно, расти тогда. А то я не знаю, для чего ты мне нужен, но расти. Так, бежим туда, делаем. Делаем раз, делаем два. Так, еще что-то зачарануть можно, да? Тут же у нас чаровалка. 64 опыта. Куда мне его девать? Так, ну давайте мечишка для начала. Что он там? Сонболт. Спасибо. Сонболт. Блин, надо было посмотреть, что ты чаруешь, а потом уже возмущаться. Так, Sunbound, Protection, Protection. Ну, давайте Protection лучше возьмем. Мне как бы этот Sunbound нафиг не надо. А, вот это еще можно чарануть. Прицинг. Прицинг. Не ясно, что это такое. Кирочка. Sunbound, эффективность. Ну, давайте эффективность возьмем. Окей. Вот, я это взял. Так, теперь мне надо туда. Видите, не ТПшусь, я официально бегаю. Так, мне надо провода. 3, 4, 5. Так, экстрактор. Первые наши 3. Долго, блин. Сюда ускорители можно засунуть. Но мне надо промацерировать. Как бы и они есть, так, ME Storage Bus. Ну, пока он тут промацерирует, можем пойти ME Storage Bus. Викинуть. Да? ME Storage Bus. Я тут сюда, по-моему, скидываю. Нет. Вот тут ME Storage Bus. Refined Storm. Так, кто мне напомнит, для чего мне нужен был... Мацератор вспомнил. Для чего мне нужен был? 4. Отлично. Мацератор. Так, ну, ставим сюда и... А, до слез, да. Любимые звуки. Так, флинт. А почему? Так, флинт, для чего нам понадобится? Шрапнель, бумеранг. Концентрата у нас нету, мацератора, револьверы там всякие. Топоры. А вот это мне понадобится. Это что такое? Шрапнель Блейд. Не знаю, что это такое. Солид Сик. Ладно, дожимай. Пригодится. Так, ну энергии у нас полно. Мацератор работает. Тин даст. Стина даст, мы можем получить бронзу. А бронза это уже... Получше. Так, что нам там, по идее, по микрокрафтинг боу? Это что такое? Industrial Workbench. Он что делает? Memory Stick, Memory Expansion. Как он делается? Ну, это я сделал. Toolbox. В принципе, да. Но я пока не знаю, что. Iron Furans, Inferium Coal можно получить. Так, а что тут? Компрессор. Вот компрессор вещь полезная. И с помощью его я могу сделать более конкретный костюм. Рециклер. Там надо для каких-то... Оверклок. Баночки у нас делаются... А, старый рецепт. Не надо делать. Много тина надо. Ну, жалко пока что.
Так, подождите, Дэнэдж Патч, активы порт. Кстати, вспомнил. Ну, тут у нас мессератица, да? Пока что стринга, торча ставим, а без этого нельзя. Так, это сюда. Ок, сюда, это сюда. Чантинг оставим, потому что мне он тут как бы, блин, воды мало. Железо, вот это. Хотя у меня где-то я оставлял тут вот еще баночка. Так, это что у нас? Fire резистанция, надо. Вот еще флинт, оказывается, был. Блин, я сейчас надо одну общую сеть уже начинать делать, потому что у меня тут бардак начинается. Так, ну допустим кирку, топор, лопата. Это нам не надо. Чуть-чуть взять вот этих. Ты малишь, ты это самое хорошо. Мне надо попить, взять чего-нибудь. Попить у меня должно быть тут. Фрути, допустим, вот это чай, вот это питье. Так, хлеба хватает, мороженое, наверное, не подойдет. Тут у нас ничего нету. Так, значит, до свидания, мир, пока что. Я их переименовал, ферма, микроады. Наверное, сходим в микроады. Я сейчас нормально одет. Да, я же купил в прошлый раз проход. Спасибо. Ну что, идем в ад? А там что такое? А, не ясно. Loading terrain. Падаем, да? И как долго он прогружаться будет, мир? Iron ore. Ресурсы. Так, а зачем нас заставляли лить, да? Лить, да? Так, здрасте. Вы же не нападаете? Так, наверное, пора по чуть-чуть от них защищаться. Тут черт знает, им нравится то, что я собираю или нет. Я без понятия. Так, вот это надо срубить. Вначале лучше защититься. Мало ли чего, если мне не понравится, то я чтобы я так жил, как говорится, так. Пока не надо сюда, вот сюда. Вы пока на меня не агритесь, я лучше. Я без понятия. Они хотят меня тут. Так, чувак, я вот. Нет, тебе пофигу. Ну, спасибо, чуваки, что разрешаете ваши ресурсы воровать. Так, у нас тут
Ага, собачку я знаю. Так, мне не нравится, что отсюда вот всякие приходят. Там вот золото, тут вот всякого. А это я знаю из апофеозиса ходит чувак, там он камушки крутые дает, из которых потом что-то там делать можно. И иногда он может заспавниться возле тебя, и тогда будет не особенно. Так, что было? А, вон там собака бегает, бешеная. Так, что у нас есть? Раф осмиум, раф лит. Ну, вас я трогать не очень хочу. Так, железо у нас тут есть, значит. Какие еще у нас тут ресурсы? Там где-то золото видел. Мне вообще-то золото было бы неплохо иметь с собой. Quest complete. Golden Ore. Да, было бы неплохо тут их, конечно, зилктачем фигачить. Ой, сколько тут. Ну что они на меня не атакуют, меня это радует. Вот еще железо. То есть железа тут полно. Вопрос, зачем меня заставляют выращивать железо? Вот шарды эти есть, которых. А что там? Может. Крепости пока не вижу нигде. А по карте. О, крепость. Это что такое? Equipping Infernal Blindstorm. Ну, кто-то опасный вот тут вот. Или нет? Вот это что-то? Пиглин. А они тоже пиглины в этой фигне ходят? Я же не в золоте. Ладно, давайте вернемся домой. На всякий случай застроимся. Для начала неплохо. Я так думаю. Ага. А вот тут могут и прорваться. А вот тут еще что-то есть. Сильвер. А там еще. Давайте там вот заберем. Блин, испугался, думал, кто-то там ходит внизу. Так, железо. Ну, железо, хорошо. Согласен. О, и Nether Coal. Зашибись. То есть тут, наверное, как я помню, делал АОА, там что-то там какой-то сборки в аду опасно было копать. Спускайся к бедроку и попёр, и там всего есть. И вот по пути мы тут видим, что у нас тут. Угу, тут лавы полно, еще какого-то руда. Вот это возьмем, может, это нам куда-то откроет путь. Да. Ну, тут уж за кадрами застроюсь, естественно. Давайте домой. Посмотрим, куда нас. Не, вернули обратно. Так, нам туда. Или не туда. Нет, нам в другую сторону. Нам вон туда. Во, нам сюда. Видите, она все работает. Это сюда, отпрощай.
Энергия у нас бесконечная. Так, это микроад, колхоз, напрасный труд. Так, возвращаем нашу деревню домой. Ну, спасибо. И это обратно. Так, что мы там, где мы там, чего? Thermal extraction, Elite Eagle и так далее. Визит, всякой хрени понадавали. Нам дали два вайстона. Угу. Мы можем в ад, значит, шляться сколько захотим. Infernal, Gold, Silver, Осьмий. И у нас все забито, да? Блин. Это сюда, это сюда. Спаркли мне пока не надо. Угу. Так, это пить не будем. Давайте ти выпьем. Ход ти. Что он дает? Спид и хаст. Как раз по базе бегать. Так, и у нас там мацератор. Все еще мацерирует. Ага. Тин, раф, лит, сильвер. Надо будет... Блин, не так я сделал. Ну, ладно. Вот это вот все скидываем сюда. Кружка у нас есть. Раф. Золото. Так, у нас 8. Поэтому берем вот этот. Делаем его алмаз, золотым. Дальше идут алмазы, я так понимаю, да? Он же у нас огромный стал. Вот, сейчас все можно сюда складывать. Так он не забирается. Так. Это sophisticated, соп называется. Sophisticated. Sophisticated там чего-то. Нам не надо апгрейды. Как апгрейды делаются, я не помню. Ой, много кожи, рожи. Надо такая... Ага, такая рожа. Вот. Хони и вот этот. Получаем... А как пчелок получить? Хотя бы одну пчелку. Терогеник, не то. Вот она. Ага. Глодус Эволюшн. Эндеркейк. Я так понимаю, через ад первый получим. 5 золота. Так, это сюда. Так, в принципе, можем сделать Вайстон Вад, чтобы нам постоянно не переключаться. Я сейчас разобрать-то... Ну ладно, пока погодим. Погодем. Так, у нас тут всего хватает. Так, что нам там дальше?